Вячеслав Иннокентьевич из Ачинска интересуется. Я взял автокредит. В договоре прописали, что я платил стоимость в долларах, но я продавал авто в рублях. Теперь после инфляции я не могу погасить долг. Что делать в такой ситуации? В данной ситуации целесообразно подать исковое заявление о защите прав потребителей, так как банк при заключении кредитного договора не довел до потребителя существенные условия. Артем Гончаров из Минусинска жалуется. На работе меня и моих коллег постоянно штрафуют. У нас оклад, остальное начисляют в виде премии. Когда попытались разобраться, выяснилось, что нас просто депримируют, и это не считается штрафом. Законно ли это? Заработная плата складывается из оклада, компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, к которым и относятся премии. Таким образом, работодатель, желая поощрить работника за добросовестное исполнение обязательств, назначает ему премию. Но в том случае, если работник нарушает трудовую дисциплину, работодатель вправе применить к нему меры дисциплинарного взыскания. И если мы не согласны с данными мерами работодателя, мы всегда можем обжаловать данное действие в трудовой инспекции. Марина из Красноярска рассказывает, полгода назад у меня не стало бабушки, у которой был земельный участок. Она не составила завещание. Передается ли садовый участок по наследству внучке? Внуки являются наследниками первой очереди по праву представления. В том случае, если наследодателю принадлежало имущество на праве собственности, после открытия наследства внуки имеют право претендовать на данное имущество. И если нет завещания, то мы имеем данное право по закону. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.